Всем добрый день, вещаю с магазина на Павловского, Магнит. В данный момент нахожусь на работе. Смотрите, у нас какие розы. Шикарные розы в таких горшках. Это обыкновенные, кого-то привозят по 300 рублей, а эти 1450. И одну уже сегодня купили. Вообще крупные цветы такие. А что, вы не работаете? Работаем. Всем доброе утро. Я на работу собираюсь. Вчера вечером ничего не снимала. Особо снимать было и нечего. У нас так свежо на улице. Это 13-14 градусов. А днем будет опять жара. Это плюс 30. Мне говорят, вот на Кубани плюс 45, типа терпите. Мы сибиряне, у нас, ну как вот, вообще непривычно. Для нас такая погода. Вроде тепло, да, там радуйся, но когда это уже переходит в такую томительную жару, это просто невыносимо. Паша. Сел, сидит. Сидит, дремлет. Всем добрый вечер. Вчера видео не снимала. Вот, так что пропустила. То есть у меня будет немножко это кадрами влог. С работы пришла. Пашка там кошеварит. Ты отвариваешь? А, да, как Паш? Сардельки, да, да. Сардельки отваривают, картошку отваривает. Салат уже приготовил. Аня сегодня уехала к подружке, короче, в гости с ночевкой. Вот. И у нее было день рождения, да, с кем она училась в колледже. Ну, хорошая девочка, я вот видела, тогда тоже ее снимала. Когда они диплом-то получали. Когда они к вам приезжали. А, ну она и у нас была, да, вот, и, короче, Аня позвала с ночевкой, вот. Ну, как бы, а ей же понедельник, да. В банке, ну, а... 5 дней в банке. Семья приличная, все, как бы, это, Аня сейчас звонит, они, говорит, уже спать легли, вот, я говорю, да там тоже не ходи, как это, ложись спать, а то привыкла дома там полночи бродить, да, и, ну, в компьютере, вот. Она говорит, хорошо так дома, и большой дом, все такое. Вот. Она до этого ехать, не ехать, значок. Я говорю, конечно, езжай. Конечно, тем более дружите, хорошая подружка. Я сегодня вообще на работе, у меня вот такие шары. Сегодня чуточку не произошло, блин. Ну, в плане, я имею в виду, для меня что-то новое, там по документам я открывала. Ой, суть в том, что сегодня... Значит, приходит на почту, что в конце месяца есть документ определенный, ИН-2-15, и он не прогружен в определенную программу. Вот. За март, апрель и май, блин, капец. Ну, я думала, моя напарница, как раз на тот момент я еще только училась, ну как училась... Меня еще мало чему научили, вот. Ну, я думала, моя напарница, которая, ну, она ушла, потом уволилась. Думала, она все проделает эти документы, все, как бы, все спокойно. Никто ничего мне не говорит, да, там, никто не объясняет. Тут приходит, значит, письмо такое, не очень хорошее, что у вас там такие-то документы не прогружены. Такая, директор, что делать, Лена? Как, что? Ой, хорошо, ну, что я вот с кем Ольга у нас в декрет, она ушла. Кто меня, по идее, привел на эту работу изначально, года 4 назад. Вот.
Она как бы была старшим кассиром, потом администратором, и все, она как бы подсказывала пошагово то-то, то-то, то-то. Ну, как бы я тоже не дура, и я уже сама так чик-чик-чик, там какие-то данные, все цифры, все подогнала, все сделала. Ну, примерно понимаю, что делать. Вот, все. Осталось завтра подгрузить эти документы, и все. Ну, то есть, короче, выплыло наружу вот это все. Капец. Тода сегодня вора поймали. И все это тоже вечером наложилось. То есть я с ними возюкал с документами, и как раз и вор, блин, то одно, то другое. Я такая, блин, да ну нафиг. Ну нет, нормально домой приехала. Ну, в плане, я думала, подзадержусь с документами, нет. Все успели, все вовремя, все сделали. Все, теперь я буду знать, как, что это делается. Короче, вот с какими-то, знаете, опытом все это учишься, пока не как в жопу петух не клюнет, вот, ты это не узнаешь. Капец. Че, Паш, еще долго варится? Так что мы сегодня с Пашкой вдвоем. Ужин у нас. Ужин. Завтра ему тоже на сутки на работу. Мне еще 2 дня отработать. Ну, короче, вот эти 2 дня, и они бешеные, бешеные. Ну, я вчера ничего не снимала, я такая вчера пришла, и пока мы на кухне все сидели, разговаривали, и я такая, блин, даже ничего не охота разговаривать, рассказывать. Особо и не было ничего такого рассказывать. В основном все работа. Вот такие дела. Да, сейчас вам хочу одну штуку показать. Мне девчонки говорили, смотри, по акции паштет, оно вот даже тут и написано олень. Да, я просто олень, она вкусная. Короче, она на акции идет, но по сроку годности они говорят вообще нормально. Просто говорят, то ли 2, или... А, Лена, по-моему, 2 банки взяла, еще 2 банки оставалось. Я 1 банку взяла. Я говорю, ладно, попробую. Но он такой не маленький паштет. Грамм 300, ну, тяжелый. Тяжелый. Ну, еще, может, банка тяжелая. А, 200 грамм. Лесная диковинка, паштет из мяса оленя с морковью. Вот так вот. Я говорю, ладно, давай попробую. Натуральный паштет. До вскрытия хранить при комнатной температуре. Какой температуре? При комнатной температуре. Вот, вот. Что, не ставить в холодильник? До вскрытия, а потом в холодильник. Ну, все. Да, все там намажем. Короче, стоило оно там что-то 300 с копейками, а так 109 рублей. 109 рублей. Натуральный продукт. Как там будет? Давай попробуем. Сейчас. Опа. Щелчок. Ну тогда я по Леночке просто поеду. Я просто, да, не, я не буду, я Лену в картошке поеду. Она замерзла, поеду. Ну она в холодильнике лежала. Я понял. Ну вкусно. Ты попробуй, Леночка. Ну интересно. На хлеб можно, нормально. Ну я просто подзастыл, я просто не знаю, там, да, да, вот так. Нет, ну давай мне 1 банку на пробу. Не, нормально, нормально. А так за 109 рублей. Ну так 300. Натуральный продукт. Мясо. Угу. Мясо нам хочется. Конечно, мне жалко этого оленя. Кому да, жалко? Оленя. Всем жалко, тебе мясо. Зачем тогда мясо есть? Когда мясо вам не надо вообще есть там. Да. Ни курицу, ни корову, да, ничего не надо есть. Угу. Нет, ну оленя больше жалко, он такой благородный оленя, животное. Это оленя ведь больше тебе жалко. Оно благородное животное. Я вообще не могу есть ничего. Что там, еще долго картошка? Картошка. Короче, у нас поздний ужин. Нет, на какой будем сейчас мы наваримся сюда? Валим, да я давай немного поем. Чуть-чуть. Это свалилось, это другое свалится. И так на 8 у нас опять жара. Сегодня 21, пробный день, завтра 31.
Ну, 30-31, такая. Паша говорит, сегодня уже, говорит, духота была. Говорит, ну, она как терпимость. В зале включала. Нет, нет, вечером-то нормально, ничего не покажет. Просто я так светил, думаю. Вентилятор. Окошко открыто, она светила. Ветерок маленько был такой, знаете, все равно. Но тогда те-то дни вообще прижарила, мама не горит. А мне жестко, прям жестко. Вот такие дела. Ну, вот как-то так у нас. Как-то так. Особо таких новостей каких-то нету. Сейчас только отвалится маленько, чуть-чуть, но снег-то и сюда вот. Угу. Ладно, мы хорошо, на этом я заканчиваю. Чуть-чуть обогрели, но чуть-чуть, потому что там все. Обжарили маленько раз. И мы завтра круглые, встретимся. Круглые, параллельно болтаем. Все, все. Все, всем пока, до завтра. Ну все, ты уже иди. Пока-пока.